А для чего вот это все? Площадка, не площадка? Чем она отличается-то? Оно так же мусор в контейнер поставит, так же мусор вылетит. Ну, прилепится к этой решетке, будет висеть. Смысл я не вижу. Спасибо. Смысл в том, наверное, чтобы просто чаще убирали вот это все, мусор. Он бы не разлетался, и такого бы не было бардака. А они теперь новые баки это на колесиках делают. Так, наверное, потом еще до нас очередь не дошла. Вот у вас рядом по соседству с торговой точкой есть контейнерная площадка. Вот как вам сегодня ее состояние? Забиты целые, ну, как баки. Вот я сегодня шла, да, кстати, и они все были это полные. То есть что старые были мусорки, что сейчас одинаковые. Когда если день не добираю, то вообще полностью доваливается. И такое бывает? Да. Одно и то же. Не вижу чего-то из нового вообще. Каких-то знаю, глобальных как бы... перемен? Нету. Площадки стали выглядеть лучше, хуже? Только из-за решеток типа современных, ну, нет. Никакого этого. Баки те же самые старые. В чем изменений не вижу.